Так, здравствуйте, друзья. 30 декабря. О боже. Это я по Фрейду так ждал зимы. 30 августа. Раннее созревание. Начал падать сварок. Вот. Никто не знал, никто не ждал. Когда мы заинтересовались, какое это дерево может вырасти. У него есть две причины вырасти до такого дикого размера. Посмотрите, он по росту не уступает гигантскому дереву под названием орех манжурский. Видели? Орех манжурский еще не падает, сварок начал падать. Что такое сварок? Посмотрим поближе. На молодом дереве плоды в 2-3 раза крупнее, слаще и даже съедобное, хотя есть легкая горчинка. Эти плоды есть невозможно. Дерево переросло все мыслимые размеры. Плодов немерено. Но если вы считаете, что это много плодов, я вам сразу скажу, в этом году будет ведер 30, а бывало и 40. Значит, раз я вас с ним знакомлю, значит, объясняю как. Вот. Никто ему штамп специально не делал. Нижний он рос, нижние ветки отсыхали. Видите? Вот они. Вот. Раз. Так. Однажды я пригласил в гости Быкову Галину Николаевну. Для меня это была честь. Кандидат наук. Многолетний директор госсортоиспытательной станции в деревне Субботина. Вот, уникальный человек по опыту, по результатам. Я Байкову называю, я сам придумал ей такое звание, один из основателей, главных основателей Саногорского феномена. Вот, и вот, когда я подвел к этой груше и говорю, вот, мне надо уточнить название сорта. Вот от нее-то я и узнал. Да это мой сорт. Я одна из трех соавторов этого сорта. Я ее испытал специально для Сибири. Вот. Дерево уникальное. Почему? Потому что у него два родителя, у этого дерева. Это уссурийская дикая груша, которая дала ей невероятную мощь и невероятную морозостойкость. А второй сорт, не поверите, французский. Понятно, для Сибири, казалось бы, слабоват. Но потомки, когда перемешались гены с уссурийской дикой грушей, дали вот такое вот. И таких деревьев еще я знаю несколько, не только у меня. Это одна причина гигантского роста. А вторая причина, здесь несколько ям. Здесь были, это отдельная тема, но я ее коротко коснусь. Здесь несколько, когда-то они назывались, ну, в общем, туда все отходы складывались. За год, и обычно метр на метр, ну, полтора на полтора, за год складывались отходы, и она закапывалась. Вот, когда-то корни вот этих деревьев мощных достали до нее, и результат, это тоже влияние. Почему? Потому что яма с бытовыми отходами, это готовая подкормка на многие годы. Вот, как ее называют курдюмов. Локальная подкормка. Склад. Вот. Кладовка. Как у вас в доме кладовка, так и тут. Я сделал такие кладовки. 2 или 3 тут. Отсюда мощный рост. И, пользуясь случаем, про грушу вы уже все поняли. Вот. Молодая, очень вкусная. Так. И вот, чтобы закончить этот разговор, я еще раз говорю. Совершенно страшная, дикая ошибка. Даже в деревнях появились мусоросборочные машины, и деревенские все, включая бытовые отходы, которые являются готовой
едой, если их закопать в землю, выводятся на свалки. Этим обесценивается, то есть из земли вынимается, продукты питания получаются, а обратно в землю не возвращается, на свалку. Страшная трагедия для всей планеты Земля. Вот, страшная. Некоторые призывы Железова, о котором мало слышат, даже Туманова Андрея, одного из суперсадоводов, раскрученных, известных на всю Россию, не только Россию, который говорил, все собираем продукты, складываем на балкон всю зиму, вывозим и землю закапываем. Вот это он молодец, умница. Но нас на всю планету только двое. Потирают руки те, кто зарабатывает на этом, кто закупил гигантские, дорогие импортные машины. Вот все страшно. А ведь большая часть этого могла бы быть в земле и давать делать вот такие деревья. Вы скажете, зачем мне такое дерево? А это уже как в том анекдоте. Второй вопрос, господин профессор. Все, благодарю за внимание.